Всем привет! Сегодня 20-16, 1 марта. Мы приехали к ЗАГСу. Была теория такая, что здесь будет очень много народу. И она себя оправдала. Я же не ожидал, что приехав сюда, здесь будет вся парковка с битком. Сегодня наши молодожены подают заявление в ЗАГС на август. И мы решили поддержать наших молодоженов не только морально, но и согреть их чашечкой чая. А как это получилось, вы сейчас увидите все. А как давно ждете? До минут 7, пока. Приехали в 5 утра и были уже вторые. Да, мы сюда приехали в 6:30 утра, создали сами очередь. Мы подъехали в 5:15 и были уже третьими. 2 месяца уже не можем никак заявление подать в ЗАГС. 4 встали, в 5 приехали. Ну я вообще не ложился. Супруга поспала. В 4 часа встали. Несмотря на то, что я тут с 7 утра мерзну, стою одна, без любимого своего, ну, конечно, я очень счастлива. Скажи, как свою свадьбу видите вообще? Красиво, весело, интересно, трезво. Все, выбираем. Платье куплено вчера, да. Мне ничего не куплено. Сказочно. Вкусно, яркую, веселую, красивую. Красивая, добрая, светлая, веселая, любвеобильная. Это секрет. Я рассказывать не буду. Я буду как принцесса, а я как принц. Я не знаю, на самом деле, думаем, там свадебное платье, костюм, ну, это, наверное, будет. Весело, торжественно. Тихо, скромно для себя. Лучше всех. Холодно, ребят. Веселая, там в синих таких цветах она будет, ну и самая лучшая. Я рад, что именно мы оказались свидетелями вот этого необычайного коридора счастья. Ты можешь сказать вкратце, как вот сделал предложение? Ну как? Как все, как обычно, ну. Это было перед крещением, было на мосту влюбленных с фейерверками, с розами замерзшими. На крыше сделал, дома. Я не помню. Вот он при всей толпе вышел и сделал мне предложение. В ресторане, один на один, там ресторан на двоих только был. Красиво, мило. В квест-руме, там был сейф, да, там был сейф, в котором было кольцо. Мне нужно было найти ключ от сейфа. Пожелать что-нибудь другим молодоженам, которые заявление подают сейчас? На сегодня терпения желаю, потому что это не просто. Там уже талоны закончились. Ну, терпение, так, смирение и удачи. Вот сейчас сначала очередь простоять. Да, потом выспаться и счастливый, довольный идти на свадьбу. Семейного счастья и любви. Хочу, чтобы у них все получилось, чтобы все были счастливы, чтобы у всех были шикарные свадьбы. Ну что, дорогие друзья, вот и закончилось наше свадебное утро. Мы задали вопрос у многих молодожен, и все счастливые и довольны, все улыбаются, стараются показывать в этот морозный день, что им не холодно и что их согревает наш чай. Дорогие молодожены, мы вас поздравляем, все, кто отстояли эту огромную очередь, те, кто успели подали заявление на те даты, которые они именно хотели. Мы вас поздравляем, удачи вам, мы вас любим.